Здравствуйте! Я хотел бы вам показать, как на телефоне Motorola E6 Plus сделать полный сброс к заводским настройкам, используя стандартное приложение «Настрой». Итак, для этого перейдем в приложение «Настройки». Откроем меню. Выбираем «Настройки». Листаем в самый низ. Выбираем «Система». И здесь нам нужно выбрать пункт «Сброс настроек». Нажимаем. Отлично, теперь нам нужно выбрать, что же мы хотим стереть. В данном случае, то есть сброс к заводским настройкам, это последний, третий пункт «Удалить все данные». Итак, нужно прочитать предупреждение о том, какие именно данные будут удалены. Читаем. И нажимаем «Сбросить настройки телефона». Подтверждаем свое действие последний раз, нажимая «Стереть все». И ждем. Ну вот, отлично, все настройки и все скачанные установленные данные были успешно стерты с этого телефона. Если это видео было вам полезно, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, возможно, встретимся в новых видео.